Здравствуйте! Чтобы настроить приложение Samsung, например, уведомление, какое разрешение разрешается и так далее, заходим в настройки, опускаемся чуть вниз, заходим в приложение. Вот, здесь мы можем настраивать приложение по своему усмотрению. Например, Tugis. Супер приложение. Один из моих любимых приложений. Например, уведомление разрешаю. Время использования экрана, например. 2 минуты, 3 минуты. Я все могу видеть, какое разрешение. Я могу доступ открыть даже контактам. Мобильные данные, сколько используется, батарейка, сколько расход, хранилище, картинка разрешено, но здесь, например, я могу сразу перейти в Play Market, версию узнать, открыть, либо удалить, остановить. Точно так же другие приложения я могу точно так же изменить. Облака Mail.ru. Время использования экрана, батареи, мобильные данные, сколько данных использовался. Я все могу здесь узнать и удалять, и ограничить, и так далее. Точно так же системные, ну не системные, а от компании Samsung официальное приложение я могу точно настроить также. Например, видеоплеер. Вот. Здесь уже необычное. То есть удалять мы не можем, они системные приложения, показали мне, я как видео, приложение могу узнать. Здесь уже настройки по-другому. Это официальное приложение от компании Samsung. Не забудьте подписаться, пожалуйста, и нажать лайк. Я думаю, вы знаете, как настраивать приложение.